Я думаю, что игра была действительно такой бойцовски хорошая. На футбольном поле была борьба с двух сторон. Чуть-чуть не хватило опыта. Нам, особенно во втором тайме, когда имели этот эпизод, который могли забить гол. Но понятное дело, что Судово играл дома, и последние 5-7 минут они начали больше, скажем так, навал. И как раз парень молодой ошибся, попал в ручки мяч, и очень больно получить на 96-м минуте пенальти. Вот, поэтому еще у нас через неделю между собой встречаемся, познакомились друг с другом. Мы познакомились с Судовой в деле, они познакомились с нами. И у нас будет еще между собой еще одна хорошая борьба, я думаю, сложится у нас дома. Я не хочу комментировать арбитра, если он назначает пенальти, значит было. Но там явно первый пенальти был, второй, честно говоря, не увидел, наверное, в руки попали, и третий попадает в руки. Но не думаю, что... Да, конечно, он мог бы, в принципе, не убивать нас, потому что до этого был еще... 100% мы сыграли чисто, но он дал фол. Поэтому где-то, может, в таком погоде арбитр тоже может уставать. Может, он устал и чуть-чуть по-другому все увидел. Поэтому у меня лично замечаний нету. Просто обидно, конечно, что получили на 96-й минуте пенальти. Это обидно. Ну, как раз, конечно, тяжело 90 минут прессинговать на въезде команду, но как раз я опасался как раз тот эпизод, который был, потому что когда если бы мы садимся, у соперника больше даем шанс играть в футбол. Поэтому мы практически, можно сказать, что 80 минут мы успешно прессинговали. В принципе, соперник по большому счету ничего не создал. Они даже, мне кажется, один или два угловых подали. Да? Вот. Но видно, что команда мастеровитая. Да? Поэтому с такой командой ни в коем случае нельзя дать возможность. Может быть, не хватило, да, чуть-чуть. Но я все-таки думаю, что чуть-чуть опыта не хватило, потому что элементарных моментах при выходе из обороны в атаку ошибались. Просто элементарных моментах ошибались. Это, конечно, большое давление, потому что ребята очень молодые. 2002 год, 1 год, 2000 год, 99 год. Сегодня практически вся команда. Поэтому чуть-чуть не хватило на этого турнира. На сегодняшний день это опыт. Но еще раз говорю, что еще одна игра у нас дома, поэтому мы максимум сделаем, чтобы пройти Судово дальше.